Опять курочка, опять вкусный день. Ням-ням-ням-ням-ням-ням. На улице солнышко, тепло, хорошо, мы пошли гулять. Жалко, что во всей этой игре страдают, правда, те люди, которые, ну, пытались что-то добиться, что-то сделать. Я только обрела какое-то дыхание, решила, что буду снимать, мне стало это интересно. И сейчас, получается, ТикТок не загружает. Ютуб станет никому не нужным, да? Рутуб еще полностью не сделан. Он в сравнении не стоит с Ютубом. Вы сделайте, ребят, нормальный Рутуб, а потом предлагайте свою альтернативу. Потому что такого порядка, как на Ютубе, на Рутубе нет. Ну, как-то так.